Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заберем свои награды, все абсолютно, которые тут у нас есть. И прямиком идем смотреть, какие у нас тут события. Так, 4 штуки. Только для суперредких. Бойня хищников. Так, схватка чемпионов, понятно. И дрожь земли. Ну что, друзья мои, я вот думаю, может быть, пойти на бойню хищников. Твою налево, ты посмотри, кого они тут выдают, а? Ну, если я возьму диплотатора, нондогазавра, я, конечно, их смогу здесь победить. Понятное дело, да? Но дальше-то будет хуже. Дальше будут еще круче динозавры, хищники причем. Это нужно рептилий очень много. Так, что у нас завр? Это у нас новый. Отлично. Так, прокачаем его до десяточки. Все, будет у нас еще один травоядник. Давай, что у нас тут еще, посмотрим. Карнотавр. Эволюция не получилась. Ну что, продолжаем. Можно, конечно, ускоренно закончить, но не будем. Так, а это последний карнотавр, который нам нужен будет для того, чтобы прокачать наших динозавров до 40 уровня. Как-то так. Ну что, давай, наверное, забьем с тобой ячейки все. Так, в нашем питомнике. Во-первых, нам нужно еще сделать, ребята, 3 ускорения. Давай мы их сделаем быренько. Так, поместили. Дальше у нас тут зайдет. Все это тоже быстро с тобой ускорим. Так, и последний это у нас будет Лимносцелис. Все, задание выполнили, по идее, да, на 3 ускорениях, как и требовалось. Забираем награду. Так, дальше нам нужно с тобой собрать 2 мода. Давай, наверное, сделаем это за деньги. Так, Чарли, подкидывай что-нибудь хорошее, пожалуйста. Ну, обычные моды здесь, друзья мои, ничего хорошего не может быть. Кровожадность. Так, и еще давай. Наверное, опять выпадет кровожадность, скорее всего. Нет, выпадает слабость. Ну что, отлично. Забираем и здесь награды. Так, использую сражение 3 разных класса плюс арена. Друзья, я вот не знаю, или нам все-таки пойти выполнить вот это вот событие, ну, постараться. Вот это вот, бойня хищников. Или же нам с тобой пойти и поиграть в дрожь земли. Вот тут 2 варианта. Можно еще, конечно, поиграть в схватку редких. В принципе, да, можно поиграть. Давай-ка мы, наверное, с тобой это как раз и сделаем. Значит, суперзавр, против него я поставлю велоцираптора. Вполне сгодится. И также можно взять спинозавра. Поехали. Вот знаешь, что обидно? Что за само событие очень слабые награды, а денег тратишь миллионы. Ну что, влупляем сразу? Отлично. Ему смысла меняться нету. Травоядник и травоядник. То есть, смотри, что творит. Вот это он зря, конечно, сделал. Ну, а выбора у него другого все равно не было. Все, суперзавр упал. Выходит скалозавр. Кстати, у него атака такая же, как у предыдущего. 88-86. Ну что, 3 атаки. Все, ему крышка. Проще пареной репы. Но это был первый поединок, поэтому переходим с тобой на второй. На второй здесь у нас спинозавр и велоцираптор. Смотри-ка. Так, здесь, наверное, пойдет у нас капразух. В принципе, пастозух мог бы выйти, но, наверное, надо взять еще одного капразуха. Поехали. Сейчас посмотрим. Слушай, у него здоровье дофигища, посмотри. 700.
Ладно, в атаку. Что он будет делать? Абсолютно ничего, ладно. Облапошили мы его. Так, ну что, звездануть хорошечно, а? Как думаешь? Давай я ударю. Так, по-моему, минус. Да. Ну что, Велосираптор Мод 2 появляется. Я думаю, ему здесь тоже ничего особо не светит. Вот так вот я сделаю. Так, 5 очков действия у него, да? Ну вот и все. Вот Велоцираптор и довыпендривался. Давай его уничтожим и перейдем на следующий поединок. По красоте. Так, кто у нас там еще остается? Блин. Наши динозаврики все меньше и меньше становятся. Так, Метриоринг, Капразух и Велоцираптор. Ну, здесь, наверное, знаешь, как мы сделаем? Возьмем... Твою налево, Аэротитан. Скорее всего, здесь надо будет взять Тропиогоптера. Короче, вот так. Так. И, наверное, вот так. Попробуем. По идее, должно получиться. Так, берем бонус. Ну что ты там думаешь? Меняет. Вау-вау-вау. Тише, парень. Мы же тоже поменяем сейчас. Как тебе такой раскладец? Сразу взгрустнулось ему, я вижу по его глазкам. А, сразу на попятный пошел. Ну, тому тоже крышка будет. Так, 692 хп. Раз, два, три. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, давай на всякий случай 4 сделаем. Все, пока. Выходит Капразух. У него всего 74 к атаке. Он ничего не стал делать. Раз, два, три. Раз, два. Давай проверим, что ты для нас приготовил. 6 очков действия. Ух. Ничего не выйдет у тебя, парень. Он все очки действия слил. Соответственно, друзья мои, мы ему проводим 2 атаки. Берем 2 брони и 2 дополнительных очка. Естественно, тут вырубаем. И Метриоринг выходит со своими 4 атаками. Ну, или защитой, я не знаю, что он будет делать. В общем, со своими 4 очками действия. Он их тратит. Ну и, как ты понимаешь, мы его убиваем. Погнали. Что ты свою пасть открыл, а? На. Опять же, ребята, проще парень репы. Ну и остается у нас последний поединок. Давай посмотрим, что нам достанется в нем. Капразух и Велоцираптор. Ну, можно сделать, конечно. А хотя, блин. Или будем делать, или не будем, я не знаю. Но давай все-таки возьму я его по откату. Дорого он мне, конечно, обходится. А против Велоцираптора можно взять, опять же, нашего Велоцираптора. Ну, как-то вот так вот. Прикинь, 560 мы сейчас ему сразу влупим. Да. Не завидую я. Ну и что ты будешь делать? Меняет. Еще и ударяет. Это было глупо на самом деле. Потому что ему крышка. И мы возвращаемся опять к Капразуху, у которого 320 хп. Опять глупо.
В общем, ты понимаешь, что здесь победа уже за нами. Нам остается забрать пак и глянуть, что там будет. Ну, на многое рассчитывать, естественно, не приходится. А, тут даже колесо призов. Опа, спасибо. Так, денежка, еда, ДНК и стегозавр. Плюс очки доверия. 130. Шикарно. Так, ребят, нам нужно совсем немножечко. Буквально сколько там? 259 очков доверий. И все. А я вот все-таки думаю, стоит идти вот сюда или не стоит. А, тут еще минимум модов один. Ё-моё, нет, ребят, я, наверное, пас. Я пойду на дрожь земли. Я пойду на дрожь земли. Так, выбираем с тобой, значит. Возьмем астафрикозавра, эрликозавра возьмем и скафагната. Что-то, мне кажется, они слабенькие здесь будут. Ладно, проверим. Ну, кто у нас там? Соперничек, я тебя жду. А чё такие слабенькие-то? Так, ну, кентрозавр я бы не сказал, что слабенький. Так, ну что, джунгриптера сразу с удара выносим. Вот так вот. Сейчас выходит кентрозавр. Он 100% его будет заменять. Ну давай, меняй. Так, гриппозух. Ну что же, тогда тоже меняем, ребят. И возьмем бонус. Он опять сейчас поменяется обратно. Ну что, я предлагаю тогда уже наказать его, в конце концов, да? Что он тут бегает туда-сюда? Погнали. Так, минус. Кентрозавра мы уничтожили. Но нам сейчас, наверное, тоже не поздоровится от гриппозуха. Две атаки ему нужно сделать, чтобы нас уничтожить. Ну а дальше скафагнат, конечно же, сделает свое дело. Так, давай, скафагнатик. Сейчас будем тобой бомбить. Да можно, в принципе, и эрликозавром. Он тоже справится. Все, друзья мои. Победа. Сейчас посмотрим, кстати, где мы с тобой находимся. На каком месте. Потому что 100% мы с тобой слетели с нашего пьедестала. О, видишь, мы в охотниках уже. В лучших 10%. Что нам здесь выпадет? Еда. Да что ты будешь делать-то, а? Сейчас, секунду, ребят, тут коды здесь у нас. Ага, ПВП. Слушай, давай, наверное, быстренько в канозойску сыграем, чтобы уже не маячила она эта фигня. Так, идем в ПВП. Ну что, как обычно, Уртинотериум, Мамонт и Эриматерий. Это наша стабильная, ребята, команда. Так, Глиптодон, Индракотерий и Сумчатый Лев. Твою налево, он тоже разных взял, да? Ну что, начнем? Ага, начнем, не начнем. Меняет сразу же. Хорошо, я поменяю. И возьму бонус. Так, интересно, интересно. Неужели будет брать Глиптодона?
Ну, конечно же, конечно же. Еще и атакует. Я смотрю, он совсем страх потерял, этот малый, да? Ну что, звезданем пару разиков? На тебе. Так, 196 хп мы ему оставили. Это очень мало. Он сейчас опять же возьмет эндрикотерия своего и атакует. То есть в данный момент у него нету очков действий, да, получается? Это наш шанс. Вырубаем. О, какой вырубаем? У нас же 314, у него там 800 с лишним было. Ну что, он нас сейчас вольнет. Как бы это прискорбно не звучало. И осел мой мамонт. Так, ну что, он все потратил, да? Делаем атаку. Подожди, он не все потратил, друзья. Он не все потратил. Вот. Я просто помню, что он две атаки нанес, а у него должно было быть 4 очка действий. Ну вот и глиптодончик, естественно, будет меняться на сумчатого льва. И, скорее всего, уртинотериум мой погибнет. Да, скорее всего, ребят. О, вот это он, конечно, зря сделал. Это он зря сделал, потому что... Потому что ему крышка, ребят. Раз-два, раз-два и раз-два. Так, сумчатый лев в топку. Он ему сколько перенес-то? 4 очка действия, что ли? Нет, 2. Короче, нам крышка, друзья мои. Если он сейчас всю атаку сольет, то у меня защита не выдержит. Ты прикинь? Вот мелкий, а? Под шнырь, что делает? Ладно, проиграли мы здесь. Но моя цель была не выиграть. Конечно, желательно бы выиграть. Но надо было отыграть мне в кайнозойскую эру 3 разных животных. Что я, в принципе, и сделал. Так, откроем с тобой ежедневный пак. ДНК. Так, бакинский и еда. И очки доверия, 95. Чуть-чуть буквально вообще не хватает. Но где мы вот... Оу. Всемирное событие ярость. Островной поединок. Ну, видимо, ребята, это без меня все это было где-то. Островной поединок. Я даже в нем не участвовал. Давай, на чистоту. Ну что, погнали дальше. Будем продолжать битву на лиге. Так, я вот думаю, может быть, возьмем с тобой Ютирануса, Унайзавра и Диплотатора. Потому что я уже увидел, что здесь противник не особо силен. Или же мне просто повезло с первой битвой. Твою налево. Да, две рептилии. Твою же налево, блин. Диплотатор, выходи. Надо будет с тобой, наверное, тут. Хотя он, скорее всего, здесь один справится со всеми. Абсолютно. Что со стегоцефалом? Тихо, 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 не надо буянить. Давай я вот так вот сделаю. Опа, обманул он меня, да? Он перехитрил, не стал ничего делать. Я думал, он все-таки поставит защиту, но... Ты глянь-ка. Раз, два, три. Я вот так вот сделаю. И возьмем защиту. Крышка. А выходит, кто это у нас? Нундазух. Интересно, будет атаковать? По идее, должен. И по идее, наверное, всю атаку, нет? Ты глянь-ка. А если я так сделаю?
Все, до свидания. Ну, а велоцираптор здесь нам вообще ничего не сделает. Потому что у него 65. Не, ну если он, конечно, все сольет, абсолютно всю свою атаку, я имею в виду именно 7, то тогда да, тогда он меня вырубит тут, понятное дело. Но дальше ты не забывай, что у нас есть Ютиранус. Да я даже думаю, что и травоядник здесь справится. Да? Ведь справишься? Конечно. У него 104 атаки, а у этого 341 хп. Вот тебе и результат. Молодец, красавчик. Ну что, переходим с тобой дальше. Посмотрим, куда нас переместят. Попадем ли мы сегодня с тобой в 5% лучших? Я думаю, есть такой шанс. Здесь выпадает нам еда. И мы двигаемся дальше. Так, Эйнозавра берем. Сфенокодона. И Пеликанептерикса. Давай посмотрим. Мне кажется, из-за того, что я взял вот этого вот гибрида, сейчас против меня будет очень мощная команда. Хотя нет, вообще не мощная, ребят. Но, конечно, тут бы надо поменять. Давай так сделаем. Неужели он сейчас будет меняться на трицератопса? А, на сутоцератопс. Да, он поменялся, друзья, поменялся. Атаковать не стал. Давай сделаем тогда вот так вот с тобой и возьмем бонусные очки. Опять же будет меняться, скорее всего, обратно на рептилию. Видишь, все предсказуемо, друзья. Мой ход, естественно, мой ход. Я беру Пеликанептерикса, делаю две атаки и бонус. Goodbye. Так, ага, Тропиогнат. 81 к атаке. А сделать абсолютно ничего не сможет. От слова совсем ничего не сможет. Меняет. Ну давай, Насатоцератопс. Раз ты думаешь, что ты такой деловой и крутой, я тебе сейчас покажу всю мощь моего сфенокодона. Раз, два, три и бонус. Смотри как. Он его решил просто как пышное мясо использовать, да? Чтобы передать все очки действия на Тропиогната. Но поверь мне, это не самый лучший вариант. Я бы даже сказал, вообще не лучший. И, скорее всего, ему крышка. Потому что я буду сливать абсолютно все. Все свои 5 атаки. Погнали. Ах ты жук ты мелкий. Чуть-чуть хп осталось. Ладно. Тебе все равно не хватит. А он не стал ничего делать. Ладно, проверим, ребят. Вот и все. Вот и все. Так, сейчас мы еще с тобой немножечко продвинемся. А вот дальше, будет трэш. Когда мы попадем с тобой в лигу лучших хищников, вот здесь уже будет трэшовенько на самом деле. Тут уже мои командочки, скорее всего, не прокатят. Ладно. Пока мы не проверим, мы не узнаем. Беру Таникалагриуса. Дальше Стегоцератопса возьму. И Эдиуморфодона. То есть у меня будет хищник, травоядник и летун. Против нас будет выступать. Вот. Хотя, слушай, я тебе скажу. Травоядники? Чисто не травоядники? Ты серьезно? О, парнишка, да ты же лакомый кусочек мой. Мой Таникалагриус просто голодный. Он соскучился по миску. По диетическому, да? Вегетарианскому. Ну что же, хлопчики, давайте тогда
по одному пара заурлов. Ты что там задергался? И критозавр получит. Вы не волнуйтесь, всем достанется. Так, тут одного укусика будет достаточно. Вот обожаю, когда так выпадает, друзья мои. Обидно только другое, что мы с тобой вот этих вот, получается, просто так взяли в команду. Ну что, каритозавр, я понимаю, понимаю. Делать нечего, но надо, надо погибать. Погибать молодым. Все. Пока. Ну, Таникалагрус сегодня перекусил на славу, если честно, да? Молодец, красавчик. Так, сейчас мы посмотрим, сколько берем с тобой ступенек за один поединок. Пять ступенек всего. Ну, это, конечно, жестко. Я думал, там, ну, не меньше 10, но 5 это уже никуда, ребят, не годится. Ни в какие ворота не идет. Ладно, ну что, берем с тобой у архозавра. Алонгозавра и тиранозавра, наверное, да? Метриконтозавра возьму. Ну вот это вот, скорее всего, зря. Если он сейчас, не дай боже, возьмет парочку рептилий, то это чисто фейловая катка будет. А у него есть, но он зазух. Но он слабенький. Вот это вот больше меня интересует. Зухамим. Тут сразу надо менять, друзья. Так, он, наверное, будет брать этого. Скорее всего. Ну, до зуха. Ну, естественно. Ну, естественно, ребят, ну. А давай я так сделаю. Опять он меня обманул, а? Я думал, он возьмет защиту. Ну что, если он сейчас мне припечатает, будет очень больно. Но выжил. Ничегошеньки не стал делать. Ох ты какой жук. Раз, два, три, четыре. Бонус. Отлично. Так, выходит птеродактиль. А, птеранодон. 140 к атаке. Очков действия у него 5. Это много. Какие твои действия, птеранодон? Все сливает. Архозавр, припечатай ему, пожалуйста, от меня. По полной программе, будь добр. Так, здесь возьмем две защиты и две атаки. 578, нормальный такой урон. Ну что, Зухамим, вот мы и встретились. Я даже, наверное, одним архозавром смогу его победить. Если он сейчас что-нибудь сделает. Блин, тогда не знаю, ребят. Тогда вряд ли, хотя я рискну. Отлично, все, пока. Тут мы его пробили. Так, ну что, друзья мои, посмотрим, сколько мы с вами ступенек там пролетаем. Наверное, 5-6, не более, да? С 95-й на... Нет, тут уже получше. Тут уже 84-я позиция. А здесь нам что выпадет? Монетки. Как же меня вот это вот раздражает. Я не могу, ребят, прям вот. Иди ты разберись, что они там хотят. И, кстати, что у нас там? Мы ежедневку взяли с тобой, да? Пак-то все закрыли. По-моему, да. Ежедневочку забрали. Сейчас, секундочку, я кое-что гляну. У нас вроде бы есть какой-то... Какая-то легенда. Или я попутал все. Карнотавр нам не нужен. Капразух нет. Нам бы Нундагозавра, наверное, еще одного поставить, как мы и хотели. Пускай выводится, ребята. 7 часов на выводку. Так, а если у нас посмотреть, сколько вообще этих нундагозавров? Ага. Нам нужно с тобой сколько? Раз, два, четыре. Четыре, да?
Да, это недешево будет именно в плане ДНК. Ну что, мы с тобой продолжаем нашу битву. Динозавров все меньше, меньше, меньше. Берем здесь тиранозавра, стегоцератопса и кого-нибудь из летающих. Пускай это будет Эдиоморфодон. Такая команда, я тебе не скажу, что это топовая, но средняк. Был бы у меня вот еще один тиранозавр, да, мы бы с тобой могли бы скрестить и сделать 30 уровня. Так, ну смотри, кто против нас. В принципе, ничего такого особенного здесь нету, поэтому поехали. Так, вломили. Он будет брать этого, что ли? Рептилию? Нет, не стал. Ну что, я пробивной делаю? Так, и выходит вот этот вот. Лабиринтозавр. 51 атака. Я его просто с удара шлепну сейчас, но он поменяется. Он сейчас поменяется, мне кажется. Я возьму тогда Эдиоморфодона. Ну что, Прянозух, собственно, персоной появился. Мы здесь возьмем с тобой вот так вот. И сделаю две атаки. Готов, да, парень? Ну что, и выходит обратно у нас Лабиринтозавр. У него 152 атаки. Как ты видишь, у нас почти 1300 хп. Но ему не пробить никак. Ну никак, понимаешь? Все, он сам себя сейчас только что похоронил. А раскрылся, потратил очень много действий, очков, и за это, естественно, получает. Все, друзья мои. Так, 84-я позиция была. Давай посмотрим, куда мы сейчас. Наверное, где-то 70-я будет. Ну, по крайней мере, я так хотел бы. Ну, почти. 73-я. Блин, а что там такое за золотой пак? Я вот только сейчас увидел. Промелькивает. Ты видел? Прям вообще весь золотой. Ну что, у нас остается Тапиелозавр, Тенкелагриус. Там вообще всех отыграли уже, прикинь. Кто в хвосте в самом. Ну, давай возьмем Раджастега. Хотя лучше бы надо было взять здесь, знаешь, кого? Не Раджастегу, а Нондагозавра. Да. Так было бы лучше. Ну что, у нас Тернадон, Акантастега и кто там еще? А, Альбертозавр. Ну что, сразу же Птеранодона чпокаем. Кстати, Тапиелозавра бы тоже надо прокачать. Но не так дорого ДНК стоит, ребят. Там по 6-7 тысяч, по-моему. Так, ну что, родной Акантастега. Я больше уверен, что ты ничего не будешь делать. Ты просто тупо пропустишь. А, ты даже поменяться решил. А ты думаешь, это поможет тебе? Альбертозавр вообще для нас тут просто груша для битья. Ну что, 89 атаки. Получает он 3 очка действия. Ну, отнимет он максимум у меня 300. Ну, 400 даже, да, хп. 1000 еще будет, ему никак не пробить. Так что давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. И пускай идет с миром. Все, Акантастега готов, ребят. Как он выглядит, да? Страшно, этот Тапиелозавр. С 73-й мы идем с тобой на ровно 50-е место, ребят. Во, видел пак золотой там какой-то? 75 очков, ой, очков доверия, ДНК, конечно же. Ну что, ребята, тут остаются вообще крохи. Я возьму так. Вот так. И я даже не знаю, кого тут еще можно. Ну, Афиокамима можно взять. Ну давай, просто так, для веса. В принципе, против хищников Нондагозавр пойдет, против летающих Анкилодок. А у нас тут
Не очень хорошая получается команда. Давай так попробуем. У него хищников нету, так что, в принципе, переживать мне здесь нечего. Арамбургиана. Арамбургиана. Ну, давай я возьму бонусы. Так, 3 очка действия. Ему нет смысла меняться, абсолютно. Но он делает это. Он берет гриппозуха, прикинь. Вот мне кажется, это он сделал зря. Ох, ты еще и атакуешь. Ты еще осмелился меня атаковать. Парень, ты что, совсем что ли рамсульки попутал? Я не понял. Давай казни его. Вот так вот. Давай сюда, Арамбургиана. Выходи. Мы будем дальше с тобой кумекать. Ну и что? Понятно. Пужанулся, да? Хорошо, я сделал тогда раз, два, три, четыре. Это чтобы наверняка. И два бонуса. Как-то так. Выходит, следующий у нас — это диплодок 35 уровня. Интересно, есть шанс у него или нет? Мне кажется, нету. Такие смотрят друг на друга. Посмотрим, у меня даже, ребят, нет слов. Что он сейчас сделал? Он уничтожил моего анкилодока. А ну-ка, будь-ка добр, влупи ему в ответ. Вот и все. Так, отлично, друзья мои, просто великолепно. Ну что, у нас остается всего лишь один последний поединок. Сейчас посмотрим, какое мы с тобой получим здесь место. 34-е, ну что же, неплохо. Дайте, пожалуйста, мне пак какой-нибудь, а? Ну, будьте добры. Вот куча всего, да, ребята? Есть деньги, есть пак, но тебе все равно дают либо еду, либо еще что-нибудь. Ну что, берем птеродактиля, диплотатора, и последний это у нас будет... Пирораптор. Нет, я лучше возьму, наверное, скафагната. Кстати, у нас два с тобой скафагната 10 уровня, надо их как-то объединить. Чтобы у нас получился скафагнат 20 уровня. И, по-моему, даже 20-ка есть. Ух ты. Традон. Так, сейчас посмотрим. Ну, тут понятно. Тут этого сразу вырубаем. Даже не смотрим на него. Димитродон. Минус. Тем более птеродактиль. Это один из самых сильных летающих. Да, вообще, по-моему, один из самых сильных динозавров, который у меня есть. Так, ну что, Традон, я не советую тебе ничего здесь делать, даже рыпаться. Правильно, молодец. Проверочка. Не прошел. Не прошел, друзья мои, он проверку. Ну что, Стегоцератопс, я не знаю, ребят, если он все сольет в атаку, мне кажется, все равно ему не хватит нас подбить. Проверим, конечно. Не, не хватит. Все, ребят, добиваем его. И на этом лига... Опа, вот это я немножко... Хотя нормально. И на этом лига у нас завершается. На самом деле я рассчитывал сегодня получить чистое золото. Но, как ты видишь, не дают мне очков. Так, 19-е место, ребята. Чуть-чуть буквально не хватило перейти мне в топовую, как говорится, лигу. Это последние, там лучшие игроки. Динозавров, к сожалению, больше нету. Так, забираем здесь ДНК. Ну, в принципе, и все. Да? Единственное, что я могу, наверное, вот здесь еще заказать. Кто нам очень сильно нужен? А кто нам нужен? Нам здесь очень прям так сильно нужен. Я не знаю, ребята. Геозавр. Ну, пускай будет. Пускай будет здесь геозавр выводиться. Так уж и быть.
Сейчас лишь бы поставить кого-нибудь. Ну, чтобы не простаивало там, ребят. Возьмем вот эту вот. Пускай геликоприон выводится еще. Потом все равно их надо как-то прокачивать, улучшать. Динотерии или как? Или энтолодона лучше, я даже не... Вот. Саркастодона пускай выводится. Все, друзья. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.